Извини, моя вина. Растяпа. В любом случае, мне кажется, он собрался нас убить. Продолжай. Осталось только три камеры до большого сюрприза. О, как это утомляет. Прошла его. Хорошо. Молодчина. Непонятно, от чего он так радуется. Он должен быть без ума от ярости, что ты успешно проходишь его тесты. А еще у него для нас сюрприз. Что же он задумал? Уверен, вам обеим не терпится узнать, что за большой сюрприз вас ждет. Осталось всего две камеры. У нас заканчивается время. Думаю, я смогу вывести нас отсюда из следующей тестовой камеры. Подыграй мне. Сюрприз! Прямо сейчас! Да, нужно отдать должное. Для маленького идиота, построенного специально для придумывания глупых и ни на что негодных планов, это была довольно умелая ловушка. Наверное, ты уже это и так поняла, но ты мне больше не нужна. Я тут нашел двух маленьких роботов, построенных специально для тестов. О нет, он узнал про программу совместных испытаний и разработал ее для исключения людей из процесса испытания незадолго до твоего побега. Ничего личного, но ты ведь на самом деле убила меня, все по справедливости. Вот момент, когда он нас убивает. Привет, вот момент, когда я вас убиваю. Меня осенило! Я тут висел, качался, собирал стальные пластины и подумал. Да, это с... Нет, не делай этого! Стой на месте! Запусти! Куда делать? Вернись обратно! Не, серьезно, ну вернись, пожалуйста. Окей, я решил не убивать тебя, если ты вернешься. Только вспомни, как было раньше, когда мы были друзьями, хорошими старыми друзьями, не врагами. И когда я говорил «вернись», ты говорила «да, не вопрос», возвращалась. Скучаю по тем временам. Не могу не заметить, что ты не возвращаешься. Это печально. О, у меня идея! Попалась ты! Нет, ничего. Прекрасно. Игра начинается. Так,
Еще чуточку. Не обращай внимания, продолжай побег. Научились пользоваться удавкой. Ха! Это твое продырявленное тело вылетело из комнаты. О, это были дефектные турели, да? Точно. Ладно, неважно. Карты-то все равно у меня. И догадайся, какие сплошные фулхаусы. Никогда не играл в карты, надо научиться. Кстати, турели новые, не дефектные. Каре Тузо. Самая сильная рука. Непобедимая, как я понял. Я понял. Умно. Очень умно. И глупо. Стенка с ножами. Верхолонство. Нет. Так, хорошо. Наконец, противник достойный моего непобедимого интеллекта. Холмс против Мориарти. Аристотель против пресса с ножами. Стой на месте, пожалуйста. Ну хватит бегать. О, я почти попал, почти попал. Ты куда делась? Ты куда делась? Вернись, вернись обратно. Что-то сломалось? О, о, тебя пришибло? Ах, было бы так здорово, если бы пришибло. Эй! О, да-да-да, меня только что озарило. Я сейчас вернусь, если ты еще будешь жива, я вернусь. Не умирай, пока я не вернусь. Его было бы слишком милосердно. Для начала он проведет год в доменной печи, еще год в криогенном рефрижераторе, потом 10 лет в специально построенной камере, где на узника орут роботы, а уж потом я его убью.
вот и ты. Дай я только уберу этот мостик. Итак, хотел бы с тобой побеседовать, если позволишь. Буду честен, смертельные ловушки до сих пор были недоразумением. Думаю, ты спросишься. И ты уже довольно близко подобралась к моему логову. Логово. В первый раз сказал ты вслух. Звучит, конечно, смешно, но уверяю тебя, это именно логово. Настоящее логово смерти. Хорошо, будем считать, что нет. Рабочие модули нам везет. Ты придумываешь, как оглушить его. Я добываю модуль, ты подключаешь модуль к нему. Сделаем так несколько раз, и повреждения будут такие, что его можно будет отключить. Если верить лампочкам на контрольной панели, весь комплекс сам уничтожится через 6 минут. Я почти уверен, что это какая-то проблема со светом, но даже если нет, я все равно убью тебя, как мы раньше условились. Договоримся так. Разбираемся с тобой за 3 минуты, потом у меня минутный перерыв, и останется еще целых 2 минуты, чтобы разобраться с причиной этого огня. Вот в общих чертах. Кроме того, я посмотрел записи, как ты ее убил, и не повторю ее ошибок. Мой план такой, 4 пункта. Раз. Никаких порталов пригодных поверхностей. Два. Пускаем нейротоксин сразу же. Три. Бомба, непробиваемые щиты для защиты меня, из чего вытекает пункт 4. Бомбы кидать в тебя. Знаешь, этот план так хорош, что я собираюсь повести себя спортивно и отключить нейротоксин. А, шутка, конечно. Доброго здоровья. Максимальная концентрация нейротоксина через 5 минут. Нет! А! Нет! А! Ха! Ты производишь именно такое впечатление, поскольку ты попалась в мою уловку. Ага, только что. Я хотел, чтобы ты провела меня с этой трубой, как будто бы провела понарошку. Это дало бы ложную надежду. Она к самонадеянности. Потом к ошибкам, фатальным ошибкам. Это его план. Ага! Подключай к нему.
космос, лечу в космос. Спокойствие, это космическая полиция. Помогите, свечи полицейские, помогите. Купите телескоп. Хочешь меня увидеть? Купите телескоп. Я буду в космосе. Космос, космос. Хочу в космос. Орбита, космическая орбита. В моем скафандре. Опасность. Реактор поврежден на 50%. Повреждение вентиляции. Нейротоксин отключен. Взрыв реактора через 4 минуты. А, что произошло? Что произошло? Что это ты на меня нацепила? Что это? Без паники? Чёртовы бомбы застревают. Неважно, я поправил щиты. О, так ты на меня нацепила модуль. Кто тебе подсказал, она? Что не убивает, делает меня сильнее, солнышко. Дурацкая затея. Помнишь, как я рассказал тебе про портальную штуковину, что тебе так понравилось? Честно сказать, я думал, что ты умрёшь по дороге. Все другие умирают. Ты же не думаешь, что ты первая? Нет, пятая. Нет, просто тайна. Вообрази, что случилось с теми... Быстро. Какая ситуация? О, привет, красавица. Меня зовут Рик. Как ты? Развлекаешься? Ты дерешься с этим парнем? Все под контролем? А то тут все горит, на мой взгляд. О, обратный отчет. Ребята, у вас проблемы. Ситуация выглядит очень плохо для такой красавицы. Опасность. Реактор поврежден на 75%. Отчет времени остановлен. Запущен протокол уничтожения реактора в экстренной ситуации. Комплекс самоликвидируется через 2 минуты. Хватит! Я же сказал тебе не цеплять на меня эти модули, но ты не слушаешь. Молчишь все время. Молчишь и не слушаешь ни одного слова. Осуждаешь меня молча. Это хуже всего. Я просто хотел сделать как лучше для меня. Тебе нужно было лишь пройти пару сотен тестов за несколько лет. Из-за тебя мы все умрем. В 1862 году Авраам Линкольн подписал прокламацию об освобождении Дарфура рабов. Линкольн ходил во сне, когда освободил рабов, и позднее ничего об этом не помнил. Автомобильные тормоза были изобретены только в 1895 году. До этого водителю приходилось все время торчать в машине и ездить кругами, пока не вернутся вышедшие пассажиры. В какой-то момент в жизни каждый шестой ребенок похищается голландцами. Опасность. Реактор поврежден на 100%. Необходима ручная замена модуля. О, ясно. Сменный модуль. Вы готовы начать? Неисправный модуль. Вы готовы начать? А ты как думаешь? Ваш туманный ответ истолкован как... Нет! Ты не понял, это сарказм! Безвыходная ситуация. Возгорание в отсеке выхода из безвыходной ситуации выполняется крушение. Эта штука тут все отмывает, да? Было бы неплохо узнать об этом раньше. Просьба ответственному сотруднику нажать кнопку выхода из безвыходной ситуации. Не трогай эту кнопку! Нет! Не делай этого! Я запрещаю тебе ее трогать! Нажми кнопку! Не трогай эту кнопку! Нажимай! Не трогай ее! Отойди! Нажми кнопку! Нет! Не трогай эту кнопку! Не делай этого! Нажимай же! Вернись! Не трогай эту кнопку! Пункт 5! Заминировать кнопку! Что? Ты все еще жива? Ты издеваешься, да? Ты смеешься надо мной? Ну так вот, я тут все контролирую, и я понятия не имею, как тут все починить. Ты, значит, играешь тут в кошки-мышки, да? Пока люди пытаются работать. И теперь мы все за это будем расплачиваться, потому что мы все умрем. О да, прелестно. Бросим последний взгляд на вашу прелестную человеческую луну. Она нам не поможет. Ah! Ah!
Пустите! Мы в космосе! Пустите! Пустите! Я все еще подключен! Я могу втянуть себя! Я еще могу все исправить! Я уже починила. И ты не вернешься. О, нет! Планы меняются! Держи меня! Крепче! Я усвоила важный урок. Я думала, что ты мой злейший враг, а все это время ты была моим лучшим другом. Эмоциональный всплеск, который я ощутила, когда спасла тебя, преподал мне еще один важный урок. Теперь я знаю, в какой части меня живет Кэролайн. Кэролайн удалена. Прощай, Кэролайн. Знаешь, только что, когда я стерла Кэролайн, я усвоила важный урок. Лучшее решение проблемы, самое простое, и буду говорить честно. Убить тебя — это непросто. Знаешь, на что были похожи мои дни? Я просто проводила испытания. Никто меня не убивал, не запихивал в картофелину, не скармливал птицам. Очень неплохая жизнь. И тут появилась ты. Опасная, немая, сумасшедшая. И знаешь что? Ты победила. Уходи. Ха-ха-ха, было весело, не возвращайся. Here we are again. It's always such a pleasure. Remember when you tried to kill me twice? Oh, how we laughed and laughed. Except I wasn't laughing. Under the circumstances, I've been shockingly nice. You want your freedom? Like you, maybe not quite as heavy,
Now little Carolyn is in you too. One day they woke me up so I could live forever. It's such a shame the same will never happen to you. You got your short sighted life left. That's what I'm counting on. I'll let you get. Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm counting on. You're someone else. Космос такой большой, надо посмотреть всё. Я бы хотел всё вернуть. Честно. Я честно хотел бы всё вернуть. Вовсе не потому, что я застрял в космосе. Я в космосе. Я знаю, приятель. Ага. Мы в космосе. Космос! Так или иначе, если бы я её снова увидел, знаешь, что бы я сказал? Я в космосе. Я бы попросил прощения. Искренне. Мне жаль, что так вышло. Я был властным монстром. И мне действительно жаль. Я в космосе. Конец.